Они пришли сюда маленькими львятами, скромными и застенчивыми. У многих были трудности даже с самостоятельным завязыванием шнурков. Сегодня ребята из хоккейного клуба «Симба» уверенно выходят на лед. Их проблемы со зрением больше не препятствие для свершения мечты. Успехи мальчишек тому подтверждение. За год команда съездила на сборы в Сочи и Москву. Взяла 3-е место на всероссийском турнире в Ижевске. Серебро на фестивале «Хоккей Фэмили Фест 2022». Тренируемся 2 раза в неделю благодаря хоккею. Благодаря тренировкам я улучшаю свое катание, свою физическую форму, выносливость, все спектры спортивной жизни. Команда помогает найти новых друзей, новые знакомства. Все проявляют дружелюбность друг к другу, и благодаря этому мы становимся крепче и сильнее. Мальчишки рассекают ледяную гладь, выполняют упражнения. Чтобы было легче ориентироваться на льду, играют специальной шайбой. Она больше традиционной и при перемещении издает характерный звук. Это помогает при тренировках. К слову, в этот раз мастер-класс показал хоккейный клуб «Волга». Мы им покажем некоторые наши упражнения, расскажем им, как вообще заниматься, посмотрим отличия. Ну, конечно, поначалу всегда все дети зажаты, они привыкают. А после привыкания, конечно, они постепенно раскрываются и уже начинают более общаться и контактировать с вами. Проект «Хоккей» доступен каждому. Подарок судьбы для детей с нарушением зрения. Свой вклад вносят партнеры. Они помогли купить клюшки, форму. Сейчас руководство готовит заявку на получение гранта. Александра Никитина, Сергей Кудаков. Управда ТВ.